Посмотрела я сейчас длинный ролик про прилет в Днепро. Это многоэтажка, мне кажется, новостройка, только что построенная. Вот вообще, Алексей, напишите мне, кто-нибудь вообще из вас живет в новенькой многоэтажке? В новенькой, только что построенной. Живет? Напишите, что я живу в новенькой, только что отстроенной многоэтажке, со всеми удобствами, джимом, бассейном, там, подземной парковкой, евроремонт. Напишите, напишите, как вы цените свою многоэтажку, как вы ее любите, насколько она для вас важна. И представляете ли вы в страшном сне, чтобы вы ходили по квартирам, каждой квартире? Причем вы людей еще не знаете, потому что ну, вы только въехали в этот дом. Вы не знаете ни одного имени, у вас там нет ни знакомых, ни друзей. Вы просто ходите и стучитесь, есть ли там люди, живы ли они, нужна ли помощь. Вот так хочется, чтобы в вашу многоэтажку прилетела ракета «Абрамс» или «Искандер», или что он прилетает. Прямо вот в вашу, вот, которую вот вы говорите, что да, это моя многоэтажка, самая красивая, самая новёхенькая. Просто от иголочки. Чтобы прилетело к вам, чтобы вот этот весь пролет прошел вниз, чтобы люди лежали под завалами, и вы прислушивались, есть ли живые.